პოლიტიკა ხელვა დიქტატურის დამყარების მცდელობა პოლიტპატიმართა არსებობა სიძულვილი ატმოსფეროს შექმნა საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების ერთმანეთზე წაგინება და სხვა მრავალი მეორე უზენაესი საბჭოს ლიკვიდაცია отставка. Как вы думаете, что их не удовлетворяет в вашей политике? По их словам, недостаток демократии, недостаток свободы. Но вот я приведу пример, пожалуйста. В какой столице любого демократического государства, в Париже, в Лондоне или в Вашингтоне или где-нибудь позволят перекрыть движение и устроить на улице митинг? Вот я спрашиваю. Я вчера спросил об этом американских конгрессменов. Они сказали, ни в коем случае не позволит это в Вашингтоне, например. Полиция не позволит перекрыть движение и устраивать на улице митинг. Вот это они называют недостатком демократии. А с другой стороны, народ протестует, когда перекрывается движение. Они каждый день хотят перекрыть движение, устроить эксцессы. И вот произошло. И все же, что их толкает на подобное? Толкает вот жажда власти. Это партии, которые жаждут власти и жажда выгоды и всего что угодно. Это люди, союзники вот Хедриони, криминальные организации, которая грабила народ, которая совершала преступления безнаказанно в коммунистический период. И сейчас они вот не могут примириться с тем, что с их спрашивают. Не кажется ли вам это организовано извне также? Может быть, потому что сейчас, вот когда стоит вопрос о признании независимости Грузии, конечно, центр очень озабочен и хочет препятствовать этому и создать дестабилизацию Грузии, чтобы нас не признали нашу независимость. И вот используют вот таких людей. Они также требуют роспуска префектур. Что их может не устраивать? Ну, может быть, отдельные префекты несовершенны, но мы боремся против всего этого. Нет другого выхода. У нас сейчас нет другого выхода. И в России назначаются префекты, всюду назначаются. Это власть переходного периода. У нас нет другого выхода. Но у них личные счеты и с префектами. Они не хотят порядок в Грузии. Они хотят, чтобы была анархия, чтобы была свобода грабежа, похищение людей, вымогательство денег. Вот чем занималась этот Хедрион, которого они так реально защищают. Вот это они хотят, чтобы все это продолжалось. Одну взгляд, вы как президент, какие меры примете, чтобы в дальнейшем не повторялись подобные эксцессы? Я приму все меры, чтобы был порядок. Потому что, я повторяю, ни одно демократическое правительство не допустит вооруженную оппозицию. Они были вооружены, они стреляли в милиционеров. Вчера показывали по телевидению бронежилеты, в которых попали пули. 21 милиционеров ранено. Так что вот это вооруженные эксцессы, устроенные вот провокаторами и врагами Грузии, я так считаю. И Грузия будет идти по какому пути? По пути демократии, истинной демократии и независимости. Ну, когда мы подъехали, нас стали кидать камнями, ругать нецензурными словами.
Мы сперва не применяли никакую физическую силу. Но потом, когда стали стрелять нас, нам пришлось защищаться, и мы предупредительные выстрелы сделали воздух. Но если бы на мне не было бы жилета, то 4 пули попало бы в меня. Вот здесь товарищи, ребята, у одного 2, у второго тоже 2. 2 пули, у третьего 4 пули. Вам ставится вина организация митинга несанкционированного и не в положенном месте. На этом месте мы митинги проводим уже в течение больше года. Это наши еженедельные митинги, которые мы проводим по понедельникам у дома кино. Так что это смешное обвинение. Если дело пойдет на обвинение, мы обвиняем Досахутию в преступлении против грузинской нации. И этот человек еще раз доказал, что он ни перед чем не остановится. Он вчера открыл огонь безоружным людям, безоружным митингующим. И как в свое время Родионов, генерал Родионов после 9 апреля стал винить в этой трагедии безоружных людей.